Дорогие друзья, всем привет! С вами снова я, Виджей Лопатин, из студии AL Production. Сегодня мы находимся в клубе-баре Санта-Барбара, потому что здесь сегодня особенное мероприятие, а какое, вы узнаете чуть позже. Дорогие друзья, сегодня хедлайнером вечера является Ваня Усович. Звездное лайв-шоу и автопати сегодня вас ожидает. Кто такой Ваня Усович, ты его знаешь? Финалист стендапа на камеди. Шутит шутки, вообще классно, все смеются, все хлопают. Ваня, очень большой респект, очень смешной парень на самом деле. Харизматичный человек. Он такой простой, вообще, он реально простой, как будто вот у меня сосед такой же простой, как и он. Знаете, что страшного в проститутках? Марина может 3 года жить вместе с девушкой и планировать с ней свадьбу, она в телефоне так и будет записана «Марина Рай». Ты из Гомеля, там же одни дебилы. Друзья, спасибо большое, любите друг друга. Друзья, Уфа, каждую среду в клубе Санта-Барбара прекрасное мероприятие. Юмор, веселье, стендап. Приходите, очень смешно. Будет когда-нибудь через год, но пока нормально тоже. И приходите, очень будет здорово. Стендап набирает обороты в нашем городе, в вашем городе, пока не в моем. Спасибо большое. Приходите обязательно. Как ты думаешь, он удивит сегодня нашу публику? Я думаю, да. Как настроение? Вы готовы? Хотя, с другой стороны, трудно представить, чтобы зал на вопрос, как настроение, кричал «В целом более-менее, но есть ряд проблем!» Есть таких людей, у которых в транспорте спрашиваешь, на какой остановке вы ходите, они отвечают: со мной выйдете. Забываешь, что когда мне будет 40, я буду говорить: видишь, что у которой сапоги на икрах не застегиваются? Моя, блядь! 44-летняя. Друзья, напоминаю, что весь фото-видеоотчет вы увидите в группе ВКонтакте «Санта-Барбара Уфа». Заходите, смотрите, он появится буквально на следующей неделе. Как можно больше работать, набираться опыта, находить места, где выступать и выступать. Понравился Ваня Усович? Очень понравился, я и по ТНТ его смотрю. Мне понравился стендап Ваня Ус... Как? Шутки действительно из жизни, которые всем очень понравились. Друзья, сегодня мы с вами отдыхали в клубе Санта-Барбара, потому что здесь сегодня собралось пол столицы, и потому что здесь сегодня был хедлайнер вечера, это Ваня Усович со стендап-шоу, который проект идет на канале ТНТ. Ну, в принципе, вы все увидите сами. А я с вами прощаюсь. С вами был Виджей Лопатин из студии AL Production. Смотрите скоро видеоотчет. Пока, увидимся.